А вот смотри, какая черная шкатулочка. Видишь, какой значок? А тут цена 4 рубля. Это советская пластмасса. Сначала я подумал, это простая какая-то шкатулочка. А потом я ее вскрыл. И здесь я обнаружил... Смотри, что я обнаружил? Обнаружил сначала вот такой вот паспорт. Так, лупа складная, круглая, ЛПК 471. Кратность 2 к 1, фокусное расстояние, бла-бла-бла. Смотри, масса не более 127 грамм. ОТК 1900 какой-то год. А теперь смотри сюда, вот же она, красотка, глянь какая. Ого, а что у меня такая перчатка грязная? А, это об Высоцкого вымазался. Блин, придется новенькие покупать. Так, ребята, вот смотри, это лупа. Чик. Тут ее надо протереть, наверное. Да. Оп, и смотрим, короче, смотри, как увеличивают. Увеличивают 2 к 1. Оп. Такой, как у Шерлока Холмса. Видишь, как она, чик, собирается. Абсолютно новенькая. Смотри, какая линза. Грязненькая, но не поцарапанная. Кто хочет такую? Ух, какая она, блин, обалденная. Наверное, я ее продавать не буду, оставлю себе. Made in USSR. Не, хотя нафиг она мне надо. Переходим по ссылочке. Если у тебя зрение плохое, тебе обязательно нужна вот эта вот лупа. Приспособление взял такое и пошел там книжечки читать, короче, рассматривать там всякие микробы на пальцах. Ребятки, ссылочка в описании моего канала. Не прозевай самые нарядные советские очки. Оп, очки просто отдыхают.